Как пользоваться противогазом? Когда необходимо надевать костюм химзащиты? Как защитить себя в случае чрезвычайных ситуаций? Об этом и многом другом учащиеся школы номер 25 рассказали спасатели. Занятие было приурочено к Международному дню гражданской обороны и дню эвакуации. В рамках открытого урока по гражданской обороне мы рассказывали ребятам, как пользоваться противогазом, то есть средствами индивидуальной защиты органов дыхания, что такое костюм защитный L1, давали примерить это на себе. Также школьникам показали учебный фильм и провели эвакуацию.